Перед вами представлен автомат закаточной модели МЗ-400Е3, который закатывает медицинские флаконы от 10 до 450 миллилитров. То есть машина универсальная. Ну, впрочем, приступим. Пожалуйста. Теперь переналадка. Тоже очень проста. Откручиваем стаканник. Устанавливаем другой. И нажимаем кнопку. Пожалуйста. Теперь перейдем на К2, то есть пенициллинг 10 мл. Для этого мы откручиваем две направляющие. Откручиваем направляющую головки. В данном комплекте устанавливаем К2. И также в комплекте специальные втулочки на К2, которые мы тоже устанавливаем. Устанавливаем сам стаканчик. Нажимаем кнопку пуска. Машина является универсальной, закатывает любую тару, любой типоразмер. Накрутка резьбы, в данном случае как машина рядом. Также возможна закатка ПЭТ-тары, то есть с помощью вот этой головки, которая устанавливается на данное место, будет закручиваться ПЭТ-тара.